Детское радио представляет. Про лень, пельмень и бегемота. Ой, ребятки, какое приключение пришлось мне претерпеть. Сел я на самолет и совершила трансатлантический перелет. Вы хоть представляете, что это такое? Самолет пересекает Атлантический океан. Представляете? И теперь я в Северной Америке. Добро пожаловать! Город Сиэтл на самом северо-западе. Разница во времени с Москвой 11 часов. Вот у вас день сейчас, а здесь ночь глубокая. Спать хочу, страсть! Попробую где-нибудь приютиться. О, мост! Заберусь-ка под него и вздремну часок-другой. Ой, кто здесь? Кто-то лежит? Такой огромный, а страшный какой! Ой, жуть! Где-то мой фонарь? Смотри, как зыркает-то! А ручища-то какие огромные, прям грабли! Одной в асфальт под собой вцепился, а другой что-то в руке стискивает. Автомобиль настоящий, а голова-то упирается макушкой в днище моста. Высотой он от земли до макушки больше 5 метров. И это лежа. А если встанет? Да. Эй, ты, чучел громадное, подвинься. Говорить, зря я его дразню. Да он не настоящий. Ха-ха-ха. Скульптура это. Вспомнила, в интернете читала. Это фримонтский тролль. Фримонт — район такой в Сиэтле. А тролль? Вы хоть знаете, кто такие тролли? Не знаете? Страшные такие великаны. Обитают в горах или в лесных норах. И сокровища там хранят. Характеры у троллей противные. Людей они не любят. Что вы будете делать, если темной ночью тролля повстречаете? Я вам скажу. Загадайте ему загадку. Это для тролля самое страшное испытание. Только загадку посложнее, чтобы он до самого рассвета голову ломал. А как рассвет приблизится, он сам от вас сбежит, чтоб под солнцем-то не оказаться. Потому как на солнце он в камень превращается. А, вот как ты, родимый, здесь под мостом оказался. От солнца прятался, да, видно, не допрятался. И вот лежишь теперь, громадина бетонная. Да, прощай, страшный тролль. Хочу я на американские красоты посмотреть, а не только на местные страсти. И вы, ребят, тоже прощайте. И по лесу ночью не гуляйте. Про лень, пельмень и бегемота.